пятницу в Самарской области пасмурно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Тепло днем плюс 13, плюс 15, ночью 7-9 выше 0. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурно с прояснениями. В светлое время суток плюс 13, темное плюс 8. Юго-восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти тучи, днем плюс 13, ночью 9, тепла, южный ветер 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 12, ночью 7 с плюсом, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 79%, внимание, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.